Всем привет, друзья. Приступим. Заказал сегодня вот такие вот обеды. Это что такое сюда надо? Все эти дела у меня ушли на 850 рублей. Просто супер. Тема. Вот это сервис, да, когда есть деньги. Каждый день такое заказывать не будешь, потому что дорого очень. Но... иногда. Не, ну когда есть деньги, да, можно и каждый день. Зачем готовить? Можно заказать. Давайте приступим.
сырники или что-то, панкейки. Непонятно. На десерт оставим. И он тут все так сбалансировано. Котлеты написаны из морепродуктов. Что-то креветки, еще что-то. Обалденные. В панировочке такие.
Просто топово, вкуснее ничего не ел. Как обычно. Приступим к нашим к панкейкам. Даже сгущенка есть чуть-чуть. Честно, я бы еще что-нибудь заточил бы. В общем, все, друзья, прием пищи был просто топовый, просто на высоте, просто бомба, в общем, как всегда.